Fed up in the clouds, oh my, since I met you. Ooh. Heart out of my sleeve, now what will I do? Дорогие мои, всем доброе утро. Меня зовут Карина Аракелян. И я очень рада вновь приветствовать тебя на моем канале. Вместе с кашей, вместе с кофе, вместе с Монькой и вместе с этим прекрасным днем. Сегодня, собственно, 25 января. Я думаю, что это видео вы увидите однозначно в феврале. Рус тем временем спит, а сегодня у меня день должен быть достаточно интересный. Да и вообще на моем канале уже давно не было влогов, поэтому я решила снять что-то интересненькое для вас. Сейчас я буду завтракать и вообще, в принципе, покажу, как проходит мой день. Сегодня я иду на интервью к Лизе Дитковской, мы болтаем. Также я хочу отснять этот момент, как пройдет мой день. Вечером я пойду на ногти. Я уже 4 дня хожу без ногтей, потому что решила дать им время немножечко отдохнуть, да и к тому же сейчас мне не особо нужны ногти, в принципе, да, ну вот в эти дни. Что-то я не подумала, да, что сегодня интервью, а как бы ногти у меня вечером, но ничего страшного. Короче, пофиг. Я об этом тоже на интервью скажу, чтобы другие люди не подумали, что я такая без маникюра хожу, потому что для меня это вообще шок какой-то. Короче, не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал, если вы до сих пор этого не сделали, потому что не подписавшись, вы пропустите очень много всего интересного и будете натыкаться на мои видео еще не один раз. Я показываю вам свою жизнь, показываю, как я живу, поэтому мне будет очень интересно прочитать ваши комментарии, что вы думаете по поводу вообще сегодняшнего дня. Также мы с Сашей пойдем, возможно, после интервью куда-нибудь погуляем, сходим в какую-то кафешку. Так что день должен быть интересный. Я желаю вам приятного просмотра. Я сейчас завтракаю, пью кофе, собираюсь и первым делом выезжаю в салон, где уже начнутся съемки. Там камеру уже у меня отберет Саша, которая поможет мне вообще снять влог. В салоне мне сделают прическу, сделают макияж, я надену свой какой-то такой базовый, более спортивный костюм, потому что хочу быть собой. Хочу быть в такой более комфортной одежде, в которой я раскрепощенная, раскрытая и чувствую себя комфортно, потому что именно в этом заключается цель Лизы, как бы показать своей аудитории меня такой, какая я есть. В общем-то, это влог, мой сегодняшний день. Мы можем начинать. Поехали! Кстати говоря, в последнее время я реально чувствую улучшение в своем моральном состоянии, с учетом того, что вот буквально месяц назад я думала, что все зависит от погоды, то есть зима, темнеет, блин, в 4 часа дня, все вялые, охота спать, а тут как-то я немножечко перенастроила свой распорядок дня, у меня появилось больше планов, к тому же я полностью отказалась от алкоголя, даже если иду на какие-то мероприятия. В общем-то, обо всем этом, я думаю, поподробнее я сегодня поболтаю с Лизой, потому что как раз-таки Лиза моя подруга, да и к тому же мне охота поделиться с кем-то, высказать все свое мнение, и я вообще обожаю интервью. В последний раз на интервью я была где-то 2,5 года назад, и то это было не особо удачно, потому что я бы хотела рассказать побольше информации о своей жизни, именно поэтому сегодня у меня будет уникальная возможность высказать все то, что я хотела о себе, полностью свое мнение, да и к тому же сейчас я успокаиваю себя, рисуя, точнее, писав картины. Да, ребят, как бы это странно не звучало, но я начала увлекаться росписью картин, по крайней мере, в последние 1,5 недели точно, с учетом того, что я никогда не ходила на рисование, никогда не ходила на какие-то курсы, типа, да, или в какую-то школу рисования, где тебя учат художественному искусству, хотя я уверена, прямо сейчас меня смотрит хотя бы одна подписчица или подписчик, который ходит в художественную школу и умеет круто рисовать. Я хочу вам
показать картину, которую я нарисовала впервые в своей жизни. Это первый раз вообще, когда я решила взять кисточки в руки, не сидев на уроке ИЗО, потому что мне сказал учитель что-то нарисовать. Вот, то есть максимум я рисовала на уроке ИЗО, потому что был такой предмет в школе. Как бы вот такая вот у меня красивенькая попка с грудью, девушка стоит. Это я писала картину маслом. Впервые в жизни волосы получились как мочалка. Попа вообще голубая, грудь вообще не должна была тут быть вот с этими красотами, потому что девушка стоит боком, но ничего страшного. Кстати, я сейчас не хочу тревожить Руса, но я мельком вам его покажу, потому что сейчас нужно будет зайти в комнату. Во-первых, мне нужно будет взять носки. А во-вторых, ребята, посмотрите, там у меня лежат картины. Это моя картина. Вчера мы с Сашей писали, точнее, разрисовывали красивые попки. Выше красивые губы на черном фоне. Мы будем заканчивать эту картину. А вот тут картина Саши. Посмотрите, какая красивая. Просто шок. Короче, картины сохнут. Еще на картины можно посмотреть вот тут, но там бы вы их не особо увидели, только Сашину картину видно. В общем-то, когда они подсохнут, я вам их покажу полностью. Ну и, кстати говоря, я реально офигела, когда узнала, что картины, которые были написаны маслом, да, сохнут 3-4 дня, потому что, блин, у меня картина даже не 3-4 дня, а некоторые картины неделю могут сохнуть, потому что масло это... Короче, хера знает, что я начала умничать, я вообще в этом не разбираюсь. Короче, я офигела, что они так долго сохнут. Вот тут вот у меня лежат шмотки. Я положила костюм, чтобы его не выносить из комнаты и не открывать шкаф, пока Рус спит. Костюм такого серенького цвета. Монька, естественно, пока спала, на этом пуфике повалила мою кофту и повалялась на ней, но ничего страшного. Да, моя девчонка? Да, моя маленькая? Кто на моей кофте спал? А? Кто на моей кофте спал? Это что за принцесса? Это что за принцесса? Засмущалась. Засмущалась, девочка. Засмущалась. Любовь моя. Короче, сейчас я переодеваюсь, немножечко подприберусь в квартире, чтобы Рус уже вышел на кухню и там было все готово к тому, чтобы... покушать. Вот, надену всякие аксессуары, этот костюм, да и поеду в салон. Кстати, вчера у нас с Лизой была самая настоящая ностальгия. Мы вспомнили беседу, в которой мы состояли около 5 лет назад. Как бы мы еще тогда даже представить себе не могли, во что это выльется. И чтобы вы понимали, мы с Лизой стали 2 блогершами, которые не удалили свой канал из всех людей в этой беседе. Вот, Лиза ушла сейчас больше в интервью, в журналистику, а я такие влоговые форматы видосики снимаю. Кстати, все остальные, кто состоял в этой беседе, перестали быть блогерами. Еще Вероника Логинова, по-моему, но она сейчас больше ушла в моду. И, по-моему, у нее там есть какой-то свой магазин одежды. Короче, все, я одеваюсь. Ностальгия, но обо всем с Лизой сегодня поболтаем. Короче, я собралась. Вот такой вот у меня лук спортивный. При этом достаточно классическая такая сумочка, которая подойдет что и под этот образ, что и под, блин, какое-то вечернее платье. Я надела на свою руку Пандору плюс еще одну специальную подвесочку, которая вообще была предназначена для того, чтобы носить ее на шее. Колечко недавно мне подарили Cartier. Вот, конечно, жалко, что я без маникюра, но ничего страшного, вечером уже у меня будут длинные ноготочки. Ну и теперь я вызываю такси, и в принципе мы вместе с вами можем выезжать в салон, где из меня сделают человека. По крайней мере, волосы у меня будут более ухоженные, ну и лицо достаточно свежее. Я, если что, приехала на Тверскую. Ребят, блин, ну, я вам так, к слову скажу, чтобы вы понимали, я никуда нормально не выбиралась. Если что, я гуляла только около дома или в доме, в котором я живу. Есть очень много всяких кальянных, ресторанов, кафешек. Рядом мой любимый торговый центр, поэтому я как бы не выбиралась, да, прям куда-нибудь подальше, чтобы так на такси поехать примерно дня 3-4 точно. Поэтому, как бы, я сейчас на Тверской, у меня такое настроение прекрасное, в общем. То я сейчас поднимаюсь в салон, посмотрим, есть ли там ребята или нет, потому что я приехала на 15 минут раньше. Ну что, я плавненько очутилась в прекрасной локации, в салоне. Такая вот тут вот атмосфера, красота. Лиску тут красят. Красотка вообще. В общем, готовимся к съемкам. Такая вот красота тут.
принесли кофеек. Показываю атмосферу тут косметическую. Такая вот красота. Мне начинают делать макияж уже потихонечку. Наносят базу. Лиску уже собрали, смотрит фотки, журналистка моя. Настроение у меня прекрасное. Я готова высказать сегодня все то, что накопилось у меня за 2,5 года. Короче, ребят, сижу тут, пока мне делают макияж, листаю ТикТок, и у меня почему-то постоянно меняются рекомендации, то там постоянно какие-то гадания, то все про собак, и сейчас именно вот вторая ситуация, как бы, да, второй случай. Я листаю рекомендации и вижу видосы, как собаки спасают людей, как они ухаживают, как они понимают вообще все, что делают люди. И знаете, что я вам хочу сказать? Я никогда не перестану любить собак. И просто знаете, что собака — это лучший друг человека. Вот серьезно, я смотрю, и я в таком шоке нахожусь. Это что у нас природа такое сотворила? Как можно вообще было создать таких милых и прекрасных существ, которые все понимают с полуслова, в особенности любят своего хозяина? И, короче, собаки — это просто прелесть. Короче, пришла Саша ко мне, моя помощница, любимая подружайка. Сейчас будет меня снимать. Да, давай буду снимать. На самом деле, ребята, если говорить честно, я не красилась, наверное, уже где-то месяц, потому что привыкла ходить постоянно с нарощенными ресницами, с бровями, и типа я сейчас смотрю просто на лицо с макияжем, и типа я такая, нифига себе, это что такое, это что, обработка фотографий вживую, лайв-фото? Офигеть, я очень себе нравлюсь косметикой, я теперь буду это учиться. Наконец-то. Каждый день так выглядеть. Это вообще... Саша меня еле заставляет вечно. Говорит, мы сейчас ТикТоки будем снимать. Карин, сделай хотя бы макияж какой-то. Такая, да блин, я так красивая. Я говорю, причешись хотя бы, у тебя на голове трэш. Ребят, вообще-то нужно любить себя такой, какая ты есть. Угу. Ладно, я шучу. Нет, на самом деле я говорю правду, но краситься и быть красоткой тоже всегда нужно. Я просто ленивая иногда была, в особенности, когда дома. Иногда. Да. Все, теперь фиксируем макияж. Это что за вкуснятина такая? Посмотрите, как будто духи. Это специальная, да, штучка для фиксации? Ну, это лимитированная такая коллекция Clarins была. Офигеть. Сейчас во время того, как уже будет начинаться потихонечку интервью, в таком лайф-стиле мне будут начинать делать прическу. Скорее всего, мы будем делать вот такие вот два пучка и выпустим передние пряди и сделаем легкие локоны. Вот. Но если честно, мне реально непривычно смотреть на себя с макияжем. И очень рада, что наконец-то я себе нравлюсь с косметикой и без косметики. Вообще, оказывается, я такая красивая, офигеть. Короче, ребята, мы сейчас уже начинаем снимать. Мне одновременно будут делать прическу. Лизочка, красотка. Скажи мне, пожалуйста, как ты из блогера резко превратилась в журналиста? Таким... Мы сейчас поменялись в ролями, потому что ты задаешь мне вопросы. Да, да. Слушай, история в том, что я училась на журналиста, это мое образование, и блогинг у меня в какой-то момент достал какой-то пиковой точки, и я решила снимать то, что мне нравится, то, что мне интересно. И так как я очень повзрослела, и мне интересна журналистика, я решила, что это вот логическое продолжение моего канала, от блогов к интервью. Круто, но прикол в том, что мы вчера с Лизой обсуждали, с чего начался наш путь. Да. Как мы сидели в беседе, постоянно переписывались, думали над коллаборациями. Вообще, это была очень прикольная история, так сказать. Есть что-то вспомнить? Беседа называлась у нас «Бабы-туберы», и там был Макс Брандт. Он был единственным парнем в этой беседе, там было 30 девочек, мне кажется. Да, мы обсуждали все, делали коллаборации. В итоге сейчас только, по-моему, мы с тобой, да, так поднялись, и Вероника Логинова еще. Да, и я все. Просто не помню. Катя Адушкина была еще в этом. А, да, она была еще Катя Адушкина, и все. Вообще не помню, кстати. Да, все удалили, попродавали свои каналы, и в итоге у всех сейчас другое будущее. Все поняли, что как бы им лучше по другому пути идти, я так понимаю. Вот. Но прикольно, есть что вспомнить. Да. Ты говорила о том, что ты поправилась на 15 килограмм, и у тебя было РПП. Да. Как ты к этому пришла? На фоне чего это случилось? Слушай, это случилось на фоне того, что я слишком сильно увлеклась похудением. Я сидела на разных диетах. Изначально я вообще во все это не верила. Я думала, что я идеальна. Вообще, в принципе, наверное, лет до 15 я не обращала внимания на свою фигуру. Да и мне никто про это ни слова не говорил. Короче, в тот момент, когда мне Лиза задавала вопросы, мне уложили волосы. Вот. Ну и как бы я поняла, что что-то я немного разошлась. Очень подробно отвечаю на вопросы и уже начинаю переходить вообще на абсолютно другие темы. Поэтому как бы я попросила остальных как бы немножечко меня стопать, потому что если я начинаю разговаривать, я начинаю балаболить и просто говорить все-все-все, потому что мне так хотелось уже наконец-то высказаться и все про себя рассказать. Короче, балаболка я такая, всякая. Блин, вот это балаболка.
Я вообще, ребята, если честно. Но мне очень нравится обсуждать такие проблемы, какие-то вопросы, в особенности, если это касается аудитории и каких-то вопросов насчет похудения, принятия себя, расстройства пищевого поведения. Да, там, допустим, если вот мы сейчас с Лизой обсуждали этот вопрос, естественно, ответы на вопросы я вставлять полностью не буду, иначе интересно не будет. Вот, но как бы я очень люблю разговаривать, и в особенности, когда ко мне приходят подружки, да, допустим, спрашивают какие-то интересующие их вопросы, типа, Карина, как ты там прошла через вот это, вот это, вот это, и я спокойно рассказываю, делюсь, и мне даже интересно делиться этим, потому что мне нравится, когда меня слушают, и действительно, прям вот делиться своей жизнью, это прям мое все. Так, ребятки, все потихонечку уходят. У нас с Сашей есть свободный час, и я хочу сделать какую-нибудь красивую фотографию в Инстаграм, поэтому мы сейчас пойдем погуляем наконец-таки. Тем более, я перед тем, как зайти в салон, говорила вам, что я на Тверской. На Тверской очень красиво, поэтому можно сделать сейчас какие-нибудь классные снимки. И наконец-то у меня будет какое-то лайв-фото. Живое, красивое, классное. Мы выходим гулять. Мы сделали просто дофига классных фотографий. И я буду выбирать среди них какую-нибудь классную фотку в Инстаграм. Вот. Ну и мы подумали, что лучше поехать, ну, пройтись немного, доехать до студии, там посидеть в какой-нибудь кофейне минут 25 и уже идти готовиться к съемочке. Я уже готова болтать, разговаривать и слить про себя все, что было накоплено. Так что поехали. I got food up in the fridge. Ну, конечно, красиво, красиво вылетать из машины у меня не получается, но я учусь. Мы сейчас с Сашей думаем, куда бы нам пойти перекусить, потому что быстренько приехали, я тем временем выложила вот такую вот красивую фотографию в свой Инстаграм. Мы сейчас найдем, где можно перекусить, и, в принципе, уже пойдем на съемочку. Короче, ребята, мне принесли молочный коктейль. Я еще скушала булочку, но забыла вам показать. Вот. Булочка была очень вкусная. Саша заказала смузи это или молочный коктейль? Это смузи. Так, сейчас выпьешь, да, все мое? Вкуснятина, теперь свой пробуй. У тебя вкуснее? Ну вот. Такая вот тут обстановочка. Мы пришли на другую локацию. Лизочка, как всегда, красотка. В общем, такая студия, такая команда. Сашка сидит. Сейчас будем писаться. Ну и, короче говоря, что я хочу сказать, в общем-то, по поводу съемок. Зал находится прямо вот тут вот. Во-первых, я давно хотела, я вам уже сказала, поучаствовать в интервью. Я надеюсь, что сегодня будут интересные вопросы, потому что я хочу поговорить на тему вообще всей своей жизни. И я уже прям жду не дождусь. Время, кстати, летит достаточно быстро, уже 3:30, хотя для вас пролетело всего лишь 5 минут, как мне кажется. Сегодня сделаю ноготочки, мне почему-то так охота сделать длинные и острые ногти. Вот прям именно не балерина, не квадрат, не зауженный квадрат, а острые ногти, прям такие ведьмовские, поэтому... С вами отправимся, сегодня сделаем ноготочки. Ну вот, ну и я вам уже рассказывала и говорила, что в последние дни как-то я себя максимально круто и свободно ощущаю. Я нравлюсь себе, я нравлюсь своей аудитории, естественно, вам. И спасибо большое хочу сказать за то, что вы меня поддерживаете. И если вы хотите, чтобы на моем канале было больше влогов, обязательно ставьте лайк под этим видео. Если мы наберем 15 тысяч лайков, то я выпущу еще один влог. А мы идем на съемку, и я подсниму для вас процесс. Возможно, будут какие-то интересные вопросы, или же услышите лишь только ответ на вопрос, а вот сам вопрос вы сможете посмотреть у Лизы. Короче, погнали. Is your nose in pit. Keep grateful for what you got. Don't let that ego in head. Keep it free, boy. Карина, если честно, когда я только принесла на интервью, я посчитала, что буду считать его успешным только в том случае, если оно наберет там много просмотров, будет очень много нарезок, о нем все будут говорить. А если у меня получится с тобой поговорить сегодня честно, откровенно и искренне. Мне очень хочется раскрыть себя с той стороны, возможно, с которой большая часть людей в интернете тебя никогда не видели. У меня, если честно, есть тоже такое желание, поэтому я буду с собой. Я посмотрела за последние 5 лет все, что ты делала, все вбросы, все новости, которые были, и вот хочу сегодня по ним пройтись. Вот, как бы мы даже с папой писали заявление в полицию. Вот, насчет вот этой всей темы. Ну, как бы, я прекрасно понимаю, что это уже далеко забытое прошлое. Я сейчас какой-то страшный сон вспоминаю, его имя и фамилию. А на какую сумму суммарно? Какую сумму суммарно тебе не выплатил?
за все проекты. Слушай, а вот это вот я не знаю, потому что как бы в его телефон я залезть не могу. Я увидела только одно пересланное сообщение какому-то то ли рекламодателю, то ли какому-то другу, с кем он деньги делил. Фиг его знает, нечаянно переслал мне, и через секунду удаляет сообщение. Пытались нарыть, выкопать какую-то информацию на меня. Короче, все, что возможно, всю грязь пытались на меня вылить. Сейчас я прекрасно понимаю, что даже если я дам какому-то хейтеру свой разблокированный телефон и скажу, на, пошарюсь, он там ничего не найдет. Ну что, интервью закончилось. Лизочка, можешь ко мне подойти, дорогуша моя красотка, принцесса, которая сегодня показала меня настоящую себя в шоу. Я очень рада, что у меня это получилось. Да, получилось. Мы выяснили, обо всем поговорили, я рассказала все о своей жизни, и все. Прям мне очень понравилось все, что я сказала, все вопросы, все было о моей жизни, и все эти вопросы, я думаю, волновались мою аудиторию, поэтому я на все вопросы ответила у Лизы, поэтому ссылочка в описании. Да, спасибо огромное тебе еще раз, и я в начале интервью сказала, что у меня была цель, чтобы аудитория увидела Карину с другой стороны, более искренней, более откровенной, честной, и вот настоящей, такой, какая она есть в реальной жизни. Мы чуть все не расплакались. Забыла для вас подснять, ребят, кстати говоря. Я ничего не съела. Мы зашли в какое-то местечко рядом со студией перекусить. Я съела чуть-чуть цезаря. Я заказала попробовать японскую лапшу. В итоге это какая-то... Вот. Ну и, соответственно, показываю место. Сюда не ходите. Ой, ну а что, я прямолинейная, такая, какая я... Нетоксичная. Нетоксичная, прямолинейная. Ой, ребята, why am I, what's the fuck it? Как хорошо, я не могу, после съемочек, после болтовни... Охренеть, я подумала, это облака. Так быстро бегут. А это не облака. Короче, уже потемнело. Я сейчас наконец-то еду на остренькие ноготочки. Соскучилась по Монике, соскучилась по Русу и поеду домой. Ну и наконец-то я приехала на ноготки к своей подружке Даше. Ой, какой яркий свет сразу. Наконец-то я сделаю новые ногти. Красивые, прекрасивые ногти. Сейчас с Дашкой как раз поболтаем, поговорим обо всем. У нее еще собачка такая маленькая. Я вам сейчас ее покажу. У нее шпиц, короче, черный. Ну, такой темно-коричневый мальчик. Блин, а вы просто знаете, как я тащусь от собак. Поэтому я думаю, это будет офигенно. Я еще хочу острые для Лизы. Офигенные ногти. Смотрите, Дашин салон можно сразу узнать. Вот такая вот яркая дверь, неоновая подсветка. Заходим. Тут тишина. Здравствуйте. Я снимаю это папарацци. Не надо, не накрашенную. Снимаю не накрашенную Дашу, чтобы все увидели. Давай накрашусь. Ребят, посмотрите на эту маленькую прелесть. Какое чудо тут маленькое. Короче, мы выбираем лавку. Сейчас будем заказывать что-нибудь покушать. Забыла... Короче, мы выбираем лавку, сейчас будем заказывать что-нибудь покушать. Как обычно, Карина будет меня бесить тем, что она будет ногтями протыкать колбасу и есть ее, конечно. Да, вот так спагетти будет на пальцы наматывать и тоже есть. Конечно! Самое время на маникюре. Вот, разноцветный тост кот-маркот. Будешь? Нет. Или какой радужный? Ребят, будете кот-маркот? Ты будешь? Нет, да, я не будешь. Буду. А вот блины с мясом и сыром кот-морхот. Детское меню? Да. Что за кот-морхот? Детское меню вот этому надо, вон. Пятнышку маленькому. Это что за собака мне на ручки встала? Короче, такая тут атмосфера. Короче. Не смей! Я тебя домой отправлю, если ты сейчас так сделаешь. Не смей! Нет! Карина! Да ладно, я буду аккуратно. Давай, аккуратно. Нет. Я не накалываю, я вот так беру. Мы кушаем малинку. Ням-ням-ням.
хоть кто-то красивый, Карин, накрашена без фокуса. Вот, теперь с фокусом. Короче, мы заказали орешки. Я взяла себе энергетос. Мы нарастили ногти. Карина увидела это и говорит, сейчас сделаем круто. Я считаю, что это уже не круто. Тебе нравится? Ребят, я забила, короче, в Пинтересте. Изначально просто так увидела в рекомендациях свои ногти. Вообще не думала, что они могут быть в Пинтересте. Я увидела вот такие ногти, которые мне делали. Погоди. Я не знаю, ну и что? У Даши тоже появились всякие вот такие вот штучки-дрючки. Поэтому мы сейчас будем на ногти налеплять, потому что... Я не хочу лепить штучки-дрючки. Я хочу нарисовать и сделать объемы. И сделать ноготь необычной формы. Ну, слушай, вот ты как хочешь. Давай сделаем, как ты скажешь. А ты как хочешь? Я не знаю. Штучки-дрючки. Давай придумаем вместе. Там Карина уже нашла. Так, что у нас там Карина себе отложила? Давайте посмотрим. Карина у нас отложила себе корону. Я чисто все, что нравится, откладываю. Да, что нравится Карине. Корона, то бутылки Джек Дэниелса, Джим Бима. Вот там вот. Посмотрите, пожалуйста. Вот какое-то пиво. Вот какое-то что-то. И тут вот целый мешок алкогольных напитков. А, еще вот такие мини-биски. Ей очень понравились. Карина, прокомментируйте ситуацию. Вы же не пьете больше. Ну, я не пью. Естественно. Итак, внимание, сейчас я буду зачитывать факты о девушках, а мы с девчонками будем говорить, правда это или неправда. Девочки за кадром будут говорить. Первое. Девушка будет игнорить тебя весь день, чтобы преподать урок, но она будет думать о тебе каждую минуту. Правда? Да. Да? Да, но по ситуации. Иногда ты игноришь, потому что тебе реально все равно. Хорошо, девушки могут не помнить, куда положить вещь, но зато будут помнить, что ты сказал год назад. Нет. Правда. Я вообще никогда ничего не помню. А ты правда? Да. Так, теперь третий факт. Девушки могут долго краситься и прихорашиваться, чтобы в итоге выйти на 5 минут. Нет. Неправда. Многие девушки, когда плачут, идут смотреть на себя в зеркало. Многие девочки, когда плачут, идут смотреть на себя в зеркало. Правда? У меня правда. Нет. У вас? Неправда? Я редко плачу. Если плачу, то искренне. Зачем на себя в зеркало смотреть? Я знаю, как я, что я какую ебище выгляжу. Многие девушки любят ходить в вещах парней. Правда. Вот эта кофта мужская. Ну, а ты в вещах своего парня ходила когда-то? Ну, когда-то ходила, а так нет. Они боятся быть навязчивыми, поэтому могут не писать первыми. 300% из 10. Да, миллиард. Короче, ребята, просто посмотрите на то, что мне сделала Даша. Я все-таки уверена, что не зря я сегодня начала снимать влог. Вы обязаны были это увидеть. Это просто какая-то красота-лепота, которая мне максимально нравится. Посмотрите на эти ноготочки. Вот это, короче, первая рука, а вот это вторая рука. Такие вот у меня две руки. Суперские, пуперские. Почти 12 часов ночи, но мы сделали эту красоту. Короче говоря, ребят, вы видели, да, как весело мы проводим время, как тут круто, офигенно. Поэтому, если что, девчонки, на ноготочки я хожу, ссылочку оставлю ниже в описании. К Дашулечке с милой собачкой, святая Nail MSK, если что, переходите. Вот. Ну и я сейчас поеду домой уже ложиться спать, потому что очень устала. Я думаю, возможно, что-нибудь завтра еще для вас поснимаю. Она была очищена. Она не может быть очищена. Короче, ребята, я прямо сейчас дома. Рус, по-моему, узнал, что я почистила карту. Но я ее форматировала так-то, и там нету ни одного ты файла. Ты сейчас серьезно? Ну да, у меня там памяти практически не было. Ты удалила видос, где я голый пою в ванной? Да, что? Да ну нахер. Я даже не увидела, к глубочайшему сожалению, эту красоту. Бро, прикинь, Карина отформатировала карту, и пропал видос, где ты меня снимал, как я голый пою в ванной. Там такое видео угарное. Да ну нахер. Ладно, пойдем, новости. Короче, я дома, наступил уже следующий день. В принципе, чем я сегодня занималась-то, я вам быстренько расскажу. Я проснулась в 3 часа дня, Рус ходил по делам, я познакомила свою собачку Моню со своей собачкой Милой. А Моня сейчас будет тикать на пеленку. Можете посмотреть впервые в жизни, как Моня писает. Оп. Посикала! Все? Посикала, девчонка! Все? Ну и, короче, мои дорогие, я хочу сказать вам большое спасибо за то, что вы досмотрели это видео до самого конца. Я надеюсь, это получился классный влог. Спасибо большое за просмотр и всем пока-пока!